Всем привет, с вами Тристания, я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такие сережки. Начнем. Раскатываем пласт черной полимерной глины на максимально толстой толщине пастомашины. Накладываем на него по всей поверхности поталь, любого цвета, у меня золотая. Текстуру предварительно сбрызгиваем водой, я смазала ее крахмалом. Прикладываем к нашему пласту и прокатываем на пастомашине. Важно, прокатываем на той же максимально толстой толщине. Раскатываем еще один пласт черной полимерной глины толщиной примерно в 3 мм. Смазываем его фимогелем и накладываем на него наш готовый узорный пласт. Хорошенько прижимаем, удаляя излишки геля и пузырьки воздуха. При помощи гибкого лезвия задаем форму будущим сережкам. Я делаю все на глаз. Делим их пополам и равняем края. Раскатываем черную полимерную глину толщиной 1 мм. Вырезаем полоску по толщине сережек. Это будет окантовка. Аккуратно оборачиваем наши серьги, лишнее обрезаем. Ну и декор. Я использую 5 цветов пудры, можно больше, кому как нравится. Наношу пудру, соблюдая симметричность. После пудры капаю фимогель и распределяю его по всей поверхности тонким слоем. Ну вот и все. Серьги почти готовы, отправляем их в печь на обжиг при температуре, указанной на упаковке. Серьги остыли, гель придал им глянец и защиту. Осталось добавить фурнитуру и покрыть лаком. Готово! Вы смотрели мастер-класс с применением фимогеля от Тристании. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков. Пока-пока.